У меня напрашивается такой вопрос. Если в Люберцах закрыли, как она называется, свалку эту, так зачем они мне везут сюда? Пусть они сделают свою. У нас Коломенский район большой, и мусора свалок хватает. Это во-первых. Во-вторых, в Люберцах находится завод, который пластмасса, там, химикаты, хрен знает чего. Вот. Зачем они нам везут? Вы посмотрите. Номера машин? Какие номера? Я номера не могу вам сказать, не смотрел. Посмотрите, Первомайский, большой поселок, Семеновский, большой, Воловичи, большой, Змеево, большое село. Дальше Карасево, Гришино. И все это в пределах 1,5-2 километров от мусорного, как ее? Ну, полигон, Воловичи. Полигон, да, будем так называть. Угу. Еще собираются расширять. Так, а как люди будут на это смотреть и как они будут жить? Вы понимаете, в чем дело? Приходит бумага по налоговой инспекции, вот, на землю, подписано экологически чистый. Разве я могу быть экологически чистым в таком мусоре? Проехали, как человеку идти, когда машина идет большегрузная? Ни тротуара, ничего. Ну и что ж, они приехали, чуть засыпали, вот, там, ну, мусором будем говорить, не асфальт, ничего. Ну люди-то опять боятся этих машин. Закрыть эту мусорку, разве нету более подходящих мест